have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Привет, привет. Всем доброго. Всем привет. Нам надо как-нибудь потом договориться, чтобы мы друг друга не перебивали. Нет. Да, короче, запоминайте карту. Запоминайте карту, если вы стикер. Стикер? А если ты стикер? Или хайдер. Кто громче крикнет, тот и попадет в видео. Несмотря на то, что в видео попадут все, но ладно. Приветствую. Что делать? Как играть? Ручками. Короче, смотри. Куда я зашел? Короче, по всем пропам тыкай, короче. Да-да-да-да-да. Особенно не пропускай ни одного, прям тыкай-тыкай по всем. Да-да-да. Тыкай по тем, как ты считаешь подозрительными. Я не понимаю, зачем в этой игре... А вы меня точно уважаете? Нет, вообще ни капельки. Во всех пропхантах зачем можно как-то позвать... Ну, типа, это и так достаточно сложная игра. Дать подсказку, типа. А зачем? Ну, если ты слишком имбовом месте... Ну, если ты слишком имбовом месте берешь, даешь такую подсказку, орешь такой... Можно просто дать. Ой, тебе нравится. А, это за подсказку тебе дают экстра поинты. А, ну... Я, пожалуй, попробую просто выжить. Если ты любишь что-то на шекель, то... Как музыку отключить? Никак. Она съест твой мозг, все. Настройка. Ну-ка, свистните. Хорошо, босс. Ты чё? Чё не свистит никто? Не свистим в эфире. Но если ты скажешь, на какую кнопочку, я подумаю. Там слева будет этот таунт, наверное. Там слева будет таунт. Ну, я-то вижу эту кнопочку, да, мне она просто нафиг не надо. Красивая. Да, чел ходит по всем подряд электрошоком фигачит. Хотите шутку? Давай, шутка, смешно. Какое самое страшное растение? О, нет. Овощ. Нет. Бамбук! Бамбук. Понял. Не блок. Конкурс. Ой, чё ты... Конкурс папских шуток открыт. Тебя ничего не смущает. Сиди, чё там музыку играет. Короче, рассказывай, как было. Пик в комнату заходит, я как долбану под таун. Я думал, мне на выбор дадут, чё сказать. А оно само? Он петь начал, из него такие звуки исходили. Я-то думал этот... Это... Игра к тебе будет снисходительна, но фиг там. Я думал, я сейчас как Грис Моди смогу выбрать там звук какой-нибудь смешной. Нет, тварь пытается убить. Я решил подвигаться, и в этот момент в комнату зашел охотник. Какие-то две твари вдруг меня пытаются... охотник выбегает. Че я по мусорке бью, она не регает. Чё ты смеёшься, ты видел? До свидания. Ну, за сикер же ты, ну, телеминейтинг за сикер. А я тебе скажу, ты чё, блин? Я тут, короче, самый крутой из вас всех. У меня есть крутая кепка. Я выиграл. А я скейтер. Да все вы скейтеры какие-то, фу. Может, мне надо перестать обзывать всех подряд? У меня вот есть машина и УЗИ. Зачем тебе медицинский аппарат? Я думаю, мне стоит начать обзывать только Пипу. Да. А ты как будто всех обзывал до этого момента. Ну, кота еще бывало. Так. О, какие я волосы купил. О, моя шапка. Ищи себя в прошмандовках. Смотри, какие волосики у меня. У меня такая дорогая шапка. Ребят, почему Пика себя ведет неадекватно? Когда-то было адекватно. Хз. Все было нормально до твоего рождения. Итак, кто кем будет? А что, есть выбор, что ли? А что, так можно было? Ой, мне перезайти надо. Ура! Ура! Новый раунд начинается, поехали. Ура, я голубой.
О нет, я буду искать. Почетно, почетно. Я тоже. Фу, голубой. О, реально, Сигма. И, кстати, у тебя режим прогружен? Ну, какая карта? Корабль. Большая часть, да. Корабль космический. Блин, так, а так, сколько так. секунд у нас осталось? 16, понял. Ну, это печаль, на самом деле. А почему все решили взять стульчики и встать рядом с пушкой? О, спасибо. Я стульчик рядом с пушкой, да-да. Что ж, привет, чуваки. Пока. Ноль уважения, ужас какой. Увидимся в конце матча через 3 минуты. Неплохо. Нет, зная кота, я знаю, что он бешено невнимательный. У меня опасения насчет вот этого Ребина. Если он сейчас начнет играть, то возможно... Я тут на такой флейте играю. Опа. Смотрите, кто же это? Это же Бэткот. Bad to the code. Это стульчик неровный. А кто бомбит? Верни его в Икею, быстро. Сигба, а кто-то? Я? Футбольный я? Мячик. Это ты только что выбежал отсюда. Да он слепыш, он меня вообще не заметил. Так я же говорю, что насчет кота у меня вопросов нету, он очень невнимательный. Ждем, пока второй ФКшник проснется. Нет, он просто АФК, что так ты тварь. Один все еще, один, на своем горбу вывози. Нас шесть человек всего лишь, ты че? Иди сюда, блин. Я по тебе попасть не могу, я сейчас сам сдохну. В смысле? Третий сикер добавился, вы че? Вы совсем что ли? Ты че, дебилы? Я видел, как кто-то двинулся. Ты что? Ну, как бы... Невнимательность этого персонажа восхваляется в веках, поэтому... Минутка чего осталась, давайте, держимся. Хватит, не ржите. Я типа нифига не вижу, понимаешь? Давайте мы будем ржать, будем бродить. Брожать? Где? Брожать? Нету никого, все, ты один на корабле, успокойся, все уже за борт прыгали, уплыли. Я ничего не понимаю. Тут все ровно выглядит, нет, ничего нету ни одного. Понимаешь, в чем прикол, да? Ну, побежал. От него личное ядро так классно убегало. Это я, кстати. Крутой. Я знаю. Я такой, я просто им помочь хотел. Сейчас я поймаю их всех. Сейчас. Так, помогай. Сигма, где ты? Помоги мне. Я не скажу. А? Так и знал то, что кто-то есть, это кто-то шарик. Ну, эти, конечно, эти гады взяли вообще все подряд тыкать начали. Ладно, ребят, все, я опять победил, все, до свидания. В смысле, ты где? Покажи. Покажись! Он лампу, да, как я думал, ну конечно, сам маленький. Я еще и косо стоял, так почему я говорил про невнимательность кота? Там три лампы на четырех местах, ну серьезно, ну блин. Был бы кто-то второй, кто бы меня продублировал, было бы круто, а так? Жесть ты слепыш, конечно. Да я ничего не вижу. Отговорки. Вот правильно, сидишь весь день за компьютером. Все это ваши интернеты вот эти вот, да? Зрение портится. Да. А потом будешь, короче, в старости ходить бинокль. В очках. А мёртвым. Вообще у тебя будет рак почек. От уже в старости будешь мёртвым, это знаешь. Ну, в принципе. А чё у тебя будет мозг от рака? А в чём я не прав? Нет, в том-то и дело, что всем бы нам так, чтобы до старости, а так всё нормально, да. Так-то я не дотер, чтобы раком быть, хватит. Ну у тебя будет мозг. Можно крабом. Крабом это надо на геймпаде играть. Крабом вообще ходит теория то, что крабы самые лучшие существа. Объективно самые лучшие существа крабом... это улитки. Потому что их можно жрать в Гринхейне. Не, потому что улитка, любая улитка теоретически может убить миллиардера, если догонит его. А почему я зашел и опять сикер? Ха-ха-ха.
спрячьтесь, спрячьтесь. Ах ты ж, ЕПРСТ. Жесть, почему мы в космосе? Слак, где они, где они, где они? В жопе твоей. Я тебе победу. Или твоей мамы, не знаю. Так, смотри. Ну это осуждаю уже как бы. В Гардоне. А почему я не могу взять проб? Ну все, сиди. Я вообще никакой проб не могу взять. У меня, кстати, была только что такая же проблема. Сейчас, секунда пройдет и возьмешь. Сейчас, сейчас. Я не могу сейчас взять проб. Говорю, вдвече. Почему тарелка по столам бегает? А где ей быть? Блин, почему я не смог взять в этот проб? Чувак смог, а я не смог. О, черт. А, можно перепробоваться? Серьезно? Перепробоваться? Екать. Чел за текстурки выбрал. Чел за текстурами прыгал. Это я его бил. Блин, можно перепробоваться. Это как так-то вообще? Нечестно даже. При пике тарелка крутится, а ему пофигу. Чё так, я не вижу. Пика, ты серьезно не видишь? Я даже ребром встал. Где? Откуда вы знаете? Да вот. Как я выгляжу? Написан сверху. Как минимум у тебя ник над башкой написан. Алло, я в пол все пули выпустил. Все пули. Так, не, ну в этот раз меня найдут, потому что слишком криво получилось. Подожди, Сигма, подпрыгни, подпрыгни. Блин, тут окна. А, серьезно? Ну да. Ничего так. А кто ты там хорош, хорош, да? Тут окна! Да? Как не, же я не мог прыгать? Кто такие тут окна? Тут окна. Не, я попрыгаю. Это тут окна, да. Я сдох. Ты реально слепой или что? Погодите, у нас что, добавилась команда слепых? Это нормально? Офигеть! Я сдох чисто из-за того, что на этой карте присутствуют тупые окна. Как же я не люблю окна. Нет, слага я стрельнул, я видел. Переходи на Linux, я не знаю. Может, на Linux тебе больше повезет. Ну я видел, как чел за окном бегал. Помогите! Помогите! Что это за медведь? Блин, на самом деле, я. Это была хорошая идея стать медведем, но учитывая, какой трэш сейчас разворачивается на карте. Надо пересчитать. Я два раза подряд током тарелку ударил, за что? Это микроволновка снаружи, типа? Помогите мне пересчитать цветки. Возможно. А можно давай, за Хайдера давай поможем поиграть когда-нибудь? Пересчитать зубы кому-нибудь. У меня 31. Че, нечетно это? Зачем тебе зуб мудрости удалил, что ли? Или он еще не вырос у тебя? Петарду курил. Это не тот зуб, не который было. Ты хочешь, чтобы он отсутствовал. Так, вроде бы в Гардоне все чисто. Нет, ребят, я был уверен, что меня найдут в этой катке. Вы чё, я вообще криво стою. Вы как так-то? Это не ты. Вы еще и два человека, кроме меня, не нашли. О, ладно, ещё одного. Да нет! Ну, блин, всё, хватит прятаться. Всё, опять протули, всё, хватит. Всё, хватит прятаться, идите гуляйте. Покажись, подлый трус. Кем ты был? Какой шкаф? Он тут шкафом. Почему я чуть-чуть не доживаю всегда до финалки? Как это понимать? Вот как-то так, да. Есть я такой... возьму и спрячусь, поняли? Вы поняли, меня не найдете, да. Ни за что. Это секрет, про секрет, который вы сейчас говорите, это с грибами внизу, что ли? Да, да, грибы внизу. Комната они с грибами, ну да, ну да. Сделай из них суп, они такие смешные, такие крутые. Один мне накормит, не другой кино покажет. И срок. О, вот это что за фигня? А, это такая же комната, я понял. Так, скоро начнется еще одна игра. Поехали. Ну как скоро? Через 5 секунд. 3, 2, 1. Поехали. Поехали. Видишь, поехали. Бздынь! Они поехали. Бздынь, чувак! Да как? У меня прокатит. Ой, пиратский корабль. Катим. Вы чё, смеетесь? Ха-ха. А... Да. А когда, ну, прятаться? Реально не везучи. Рядом со мной стоит здесь. Это я, это я. Ты кто?
кто? Напиши в ЛС. Нет. Я если то, я это, я тоже прячусь. Ну так, чтоб тебе лучше стало. Напиши прям в чат, ничего страшного. Да-да-да, в общий, да, написать прям? Да. Здорово. А. Чё слаг стоит? Ну все, ребят, давайте вперед. Мы двоих нашли. Я даже знаю, где еще один. Шикарно. Не, ну в этот раз вы просто обязаны меня найти, но так же нельзя. Я фигово играю в проб-ханты, как так, что я уже три раза победил? Чувак, мы победим. Ну, надеюсь. Без шансов то, что кто-то нас найдет. Мы так если ровно они, как стали. Обычно, не будут тыкать. Не, на 4 на 5 уже, делают. Смотри. На 4 на 5 там двое что... человек стояли. Ну, давай спам. Тебе в ЛС пришлю, где мы ныкаемся. Да не, иди ты знаешь куда со своими ЛСами. Хватит. Можешь мне, конечно, тоже прислать. Я не буду смотреть. Ха-ха. Обязательно. 100%. Я убил табуретку. Может, подкаст им дадим. Схватил табуретку и жахнул кого-то по голове? Короче... Ты следующий. Сигма, давай дадим им подсказку. Мы слишком круто вот спрятались. Хочешь мем? Нет! Ты чё сделал, тупой? Ты идиот. Так, ладно. Давай скажем предмет, который мы видим. Я проиграл. Чувак абсолютно случайно тыкнул меня ногой. Тыкнул. Так, я, значит, я вижу... Что там большое? Я вижу лампа? Сокровище. Ну, кто-то из вас лампа, по-любому. Почему ты так думаешь? Чё не стреляет? Я не лапа. Я не лампа, понимаешь? Как я должен еще минуту прожить, если мой тиммейт такой тупой идиот, не умеет играть? Ярик лампа. Я его лампа. Убил. Хорошо. Значит, второй вот здесь. Ах ты тупая крыса! Я знал, что ты, я тебя ненавижу. Я знал, что это ты, я бы все равно пришел бы за тобой. Там две лампы всего лишь стоят. Если ты хоть раз играл на карте, ты запоминаешь локу. А почему я лампа? Потому что ты ламповый няш. Меня в прум пришел тыкнул, я его потом в комнате капитана разбонсил, а меня пиков. Я видел, видел, я думал, что ты это. Хорошо, встали. Я думал, что ты. Извини, что перебиваю. Я думал, что ты превратился в другой проб, перепропался. Я на это и надеялся. А потом я перепропался уже внизу, и меня прям при пике, и он меня догнал. Это ты в ящик превратился? Это я в ящик превратился. Ну, короче, я почти не заметил, ты превратился, кстати, в ящик, ты сыграл в него. Мы были двумя лампами прямо на спавне. Я знаю, я это видел, поэтому в первую очередь я пошел прямо туда. Это была моя нычка, когда я играл. Меня прум и нашел. Ну да. Серьезно? А зачем вы пропаете в самый маленький предмет? Нет, это место на самом деле обалденное. Просто что я когда пропнулся лампочкой, мне не хватало напарника с другой стороны. В этот раз это была очень хорошая нычка, но я просто про нее уже знал, а так? Да как? Ну что, пиком, поехали разбирать этих людей. Да я проклятый, что мне разбирать? Я три раза подряд уже. Дайте нормальную карту. Нет, на этой карте тяжелее всего искать. Я помню, как я старался найти хоть одного человека, но никак не мог, потому что эта карта такая большая, и не так сложно кого-то найти. Найти хоть одного человека. Ты не мог, потому что ты не мы. Так, стой, стой, Сигма. Давай, воссоединимся. Ого. Япон. Ревнует. Ты себе опять Вингмана ищешь? О. Так. Насколько мы хорошо сидим? Не, конечно, не эксперт, сейчас, но... Оцени, насколько ты хорошо... Алена. Оцени, насколько я хорошо выгляжу. Что ужас, за карта? No. Отлично. А ты когда стреляешь, ты стреляешь только по одной вещи, да? Да, понятно. Не, там сразу по всем. Эту карту убивать можно одним ударом? Почему вокруг меня две коробки бегают? Я что, настолько немощный, что надо мной бегать надо? Блин.
Я же говорю, что я плохо играю в эту игру, все нормально. Ты можешь перестать прыгать, кот? Да подожди, я пытаюсь понять. Мне нужен какой-то способ очень медленно проходить. Ой-ой-ой-ой. Зря я так. Но обычно в CSGO на Shift нажимаю. Это тот человек, да, который нет. На все подряд тыкает. Если вы про меня, да, это я. Да. Флаг, а чё ты не играешь? Да что за бред? Почему я каждый раз, когда убегать начинаю, я падаю на пику? У вас сегодня особое отношение, я понял. Я проклят. Сигма, если ты сперва пойдешь со мной... Слышишь? Если ты сперва пойдешь со мной, то ты гей. У меня 1800 часов в War Thunder. Идя с тобой, чувак, в 23-м году это уже даже не угроза. Да какая же ты... Похвала. Больше с тобой прятаться не буду, потому что тварь такая. Прячься со мной. А что ты за мной ходишь? Я-то думаю, ты мне поможешь, как друг. Мы вместе воссоединимся. Будем одни... Что за разговорчики про неправильное это, и воссоединимся, и все... Зачем? У меня наушники, я не хочу наушники кровью пачкать, погодите. Понимаешь, я коробка, и он коробка. Я думал, я на него встану, мы будем отличным пропом. Но когда его убили и раскрыли, он решил сразу пойти убить меня. Он не пошел искать других людей, он просто взял... Ну, блин, все бы так сделали, кого фига? Все бы так сделали, да. Да нельзя же так. Ага, а как? Как видишь, я можно. Почему не надеюсь, я смог? Почему этот стол тут? Подвинь. Почему он его выполз, да? Надо было пересчитать. Ты не пройдешь. Блин, ладно. Сколько там времени вообще не осталось? Не пройду. Чё Слак не играет? Что? Да, я не знаю, что спросил. Я никого не нашел. Вот серьезно, новая карта, я без понятия, что тут происходит. Как по мне, тут дичайшее однообразие, но, возможно, я не прав. Очень тяжело тут понять, кто, где, как. Да, потому что все стоит... Коробка была. Ну да, да. Ну да, все не надо, ничего не понятно. Ну да, да, да. Ладно, ребятушки, думаю, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока. До свидания.